have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Аланушки, и мы с вами во внутреннем дворе. Здесь у меня в прошлый раз не было взрывного флакона, и не смог пройти туда. Но сейчас я это сделаю. Там у нас шавки будут вначале, но... Блин, они быстрые, ладно. Атака... Хочу ли я им сразу просто вот так вот головы поотрубать, если это выйдет? Но они же попромахиваются сейчас все. Так, Назр. Глубокие раны, трюк пироманта, сферы тьмы. О, сферы тьмы. И причем это же бесконечные у него, да? Я так понимаю. Минус песель. Да. Он поворачивается сюда и ржет, посмотрите на него. Да все остальные стоят нормально, а этот поворачивает сюда репу и ржет над всем происходящим. Обыскать. Гонченчине. Тут где-то трава была, я помню. Палка тут была. Кстати, насчет комментов к позапрошлой серии, ну, тому, что все меняется каждый раз и зоны случайно генерируются. Какого фига? Я когда начал читать о том, что, мол, пойди туда, сверни там, сделай то-то, я такой подумал, ну, окей, значит, карты-то везде одинаковые, распишут гайды по тому, как пройти по одинаковым, блин, картам. А нет, нифига. Вот как это искать. Я понял, спасибо. Угу. При том, что я неправильную монетку кинул, мне дали голубой флакон. Что там могло быть с правильной монеткой, мне даже страшно подумать. В общем-то, блин, его не надо кормить. И не надо следить за его разумом. Безлунницу надо кормить отходами. И не надо следить за ее разумом. То есть, в общем-то, все нормально. И насколько я понимаю, что, как вот мы до этого и говорили, что Легард, он не может, он не поддается миазме. Тут мне нужно где-то найти в этих кишках. Свидание. Тили-тили. Тролива. Ой, курительную трубку наконец-то нашел. Сколько времени? Давай, басцы тут все. Видите вот эти провалы в полу? Это я уже как бы думаю, ну... Я думаю, что туда не надо наступать. У меня есть такое четкое ощущение, что я могу провалиться. Иди нафиг. Крепко сжимает в своих объятиях. Черт, а может мне надо проваливаться? Нет, смех смехом-то. А тут вопрос кверху мехом. Куда мне дальше? Ну, возможно, я просто не нашел, куда мне еще дальше. Тут этих тварей просто до жопы. Так, защита... Атака. Давайте не по голове, давай вот по корпусу. И нет, 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 нет. Умение сферы тьмы вот сюда вот. Я мог ей просто по ноге ударить, кстати. Да, если не бить по голове, то нормально все. Тогда они вообще не представляют никакой угрозы. Я могу просто им наносить чудовищный урон по корпусу. И все, и они складываются. Лошара пропустил меня. Три серебряных монеты. Капюшон. О, это мне нужно. Счастливая монетка, это всегда нужно. С моим антилаком. Я теперь просто хожу и ты... Короткий лук. Видели, не было анимации монетки? Нет! Решка. Я успеваю прыгнуть. Так, ну его нафиг.
А, это проход сюда. Погодите, так может мне надо куда-то вниз? Ну давайте я упаду. Дебри четвертого уровня. Воздух очень влажный. А в стенах можно также вот? Не? Интересно. Вообще безлунница обоссалась, когда увидела факел нахожу. Я сейчас с ним поговорю. Бутылочка Эля. Очень даже кстати. Тут такое увидишь, придется навернуть. Огромный таракан восседает на троне из лозы. Приветствую. А, нет ответа. Уйти. Это король таракан. Идеальное мясо, кстати, я думаю, можно же кушать. На, похавай. И может вяленого мясца навернуть. И знаете, что можно? Можно заплесневелого бреда накинуть. Нормально. А я тут по-другому не пройду, да? Да ладно, орел. Я сейчас моментально об этом пожалею, не? А как туда тогда про... Катакомбы 7? О, слышите этот звук? Это сердце. Остановилось. Катакомбы 7. Да? Погодите, но я же это уже разрубал. Больше не подает признаков жизни. Я что-то куда-то не туда уехал, да? Ладно, раз мы уже здесь, то пойдемте дальше. Я не хочу прям туда сейчас возвращаться. Можно будет потом. То есть у нас же нету разницы, в каком порядке мы будем эти сердца-то разрубать. Поэтому, ладно, черт с ним, пойдемте сюда. Хочу ли я с зомбями-то траться? Так. Как там это делалось? А, погодите, это делается даже не в этом мире, это делается в светлом, что ли, мире. Ладно, пофиг. Как ты на меня напал? Что это сейчас было? Легард опять обосрался, и уж, блин. Так, умение сферы тьмы на. Уязвим. Уязвим. Добивалось. Ну, его ты можешь бить бесконечно. Да, вот мага можешь бить бесконечно на здоровье. Если я его не смог убить, по-моему, его никто уже не сможет убить. Меня вполне устраивает такой исход. Ну хорошо. Нет, спасибо. Все, пойдемте сюда, мы еще тоже опять успеем вернуться. Факел, да, наверное, да, все-таки я хочу добраться до той кровати, раз уж на то пошло. Че он у Легарда? Синий флакончик. 5 штук у меня их. Флакон с водой. Где голубые флаконы? Блин, траву использовать не хочется, потому что я дойду еще до библиотеки. Там я узнаю, наверное, я очень надеюсь, что мне выпадет книжка, как смешивать всякие пойлы интересные. То, что мы, конечно, с Вельзевулом это столкнулись настолько рано, это интересно. Ты можешь найти потерянное
Ты можешь запросто потеряться в переменчивом пламени? Серьезно? Если это была та рыцарь, которую мы проводили, тогда... Получается, ее там уже не будет. Потом, я имею в виду. Вельзевул, здравствуйте, до свидания тебе. Факел, нахожаешь, ты ящики так не обыскал, потому что нас рыцарь утащила метательный нож, что, в общем-то, хорошо. Курительная трубка. 12 серебряных. Ну, пока идет неплохо. Стеклянный флакон, который можно будет потом заполнить. И Эль, который потом можно будет заполнить в нас. Заплесневелый бред. Тут же вроде ничего, да? Эти ящики пустые были. Хотя, вон метательный ножик. Взрывной флакон. Что опять же интересно. Белый флакон. Тоже хорошо. Чувак, ну кого ты лезешь? Ну вот зачем тебе это? Я, кстати, так и не сходил проклять свое оружие. Прокол? Это что, такой прикол? Как ты вообще выжил после этого? Короче, да, голова у нас... так, обыскать. Ничего, ты мне ящик заблокировал, твари кусок. А, ящик все равно пустой. Это-то хорошо. Уговорил. Вот это вот место. А. Открыть. Камень, из которых я не сделал, выглядит крепким. Взломать его не при... Угу. Питательный дротик. Счастливую монету. Проблема вот в чем. Наш маг использует, ну, как, в общем-то, и все маги используют психику как подпитку для своей магии. Я так понимаю, что с ума-то он не сойдет, но если у него закончится психика, сможет ли он дальше использовать заклинание? Потому что как боец, ну вы видите, он только там головой кусается и все. Это не особо что делает. Так. Кажется, относительно безопасно. Сколько этого еще может быть? Оторвать кусок ткани. Это здесь можно поспать или в светлой? Я не помню. По-моему, здесь. Да, отлично. Давайте тогда сразу попробуем пойти за бабулькой, раз уж мы здесь. Это все равно одна из тех душ, которые нам нужны. В этот раз все идет довольно бодренько, мне кажется. Это у нас какая серия? Третья? Нет, погодите. Да, третья серия. Мы уже с Full Team, мы уже в Махабре ходим, куролесим. Попробуем сейчас побегать по прошлому. Факел петух. Ладно. Честно говоря, я, наверное, немножечко соскучился уже по вот этим вот видам. Древние Махабры. Итак. Относительно безопасный. Еще раз оторвать ткань. Я не против. Спать с рваными одеялами. Прям то, что надо. Хорошо. У нас там вроде правило... не вступать в бой. Поэтому просто аккуратненько ходим. По возможности собираем. Тоже много раз тут был. Это все мы читали, ребят. Есть первое прохождение. Оно более детальное, более... там я вообще по миллиметру ползал. Многие жаловались на то, что я ползал по миллиметру на брюхе. Все это изучал. Поэтому в этот раз... Мы с вами просто бежим. Ну, не то чтобы бежим, это никакой не спидран. Но те места, где мы были, естественно, мы их уже не будем в них вчитываться и всякое такое. Мы же уже знаем, что здесь происходит. Порвать флаг. Попробуем максимум ресурсов добыть из этого всего. Да, здесь мы сможем узнать про нашего беднягу Кахару. Селеста, да. Кахара реально какой-то, ну, то ли мне так везет, то ли он как-то проклят.
Вот. Каждый раз он у меня умирает. Это реально какой-то Кенни из Саут-Парка. Каждой серии какими-то разными способами. И вроде как даже мы ворона вместе победили. И он выжил, и все. И в следующей же локации его убивает это чертово заражение крови. Очень печально получилось. Так, в бочке два томата. У. Блин, я хочу тут еще что-нибудь найти. Ну ладно. Вот, нет, тут я тоже ничего не могу прокликать. Все чаще оборачивается. Да, Легард начинает опять накрывать. Броня. Кстати, па-па-па-па-пам. Да, мы его сейчас похаваем, Легарда. Не, в смысле не похаваем, а вот вино в него плеснем немножечко, пусть он остынет. И надо бы талисман переодеть, потому что я его одевал для того, чтобы завербовать. Но так-то он мне не нужен. Я думаю, что я с вороном-истязателем буду ходить. Можно еще с моноклем ходить, кстати. Попадать будем лучше. Давайте, наверное, так пока что. Вот. А, еще такая фишка. Я нашел кольцо стылой крови, которое я не могу поменять. Проклятое кольцо, ну, наверное, потому что оно проклятое. Оно заставляет кровь стынуть в жилах, предотвращает кровотечение. Без магии тут не обошлось. Да, как бы у меня теперь персонаж защищен от кровотечения, но я теперь не могу на него одеть что-либо другое. Я не знаю, насколько это хороший вариант. И надо вот этот шлем поменять, наверное. Латные доспехи, броня из шкур, кераса. Кераса похуже, чем латные доспехи, да? Ну, естественно, шинель тоже похуже. Мантия шрица. Вот. Очень интересный вот этот спутник. То есть, кроме того, что спутник волчица, она сама по себе такая очень аутентичная, как это сейчас там говорится, да? Ну-ка, факел, я могу? Я думаю, что я могу. Спасибо. Тут Pocket Cat будет? Угу. Репу. Факел, спасибо. Кожаный шлем тоже спасибо. Движение в тенях. Слабый ребеночек выползает. Такой... Вкусненько. Красавчик. Глаза исчезли во тьме, из которой и пришли, собственно. Написано было, что я больше не чувствую присутствия ребенка и сущности, что, в общем-то, правда. Он закусил и пошел спать. Так, не нарываемся. Собираем тряпочки. Тряпочки нам очень сильно пригодятся. Пусть даже у нас один чувак с иммуном сейчас на кровотечение. Тряпочки лишними не бывают, потому что они используются и... Так, мне сюда надо или нет? Я не понял, насколько здесь агрессивные ребята вот эти. Синий флакон, спасибо. Метательный нож. Я не знаю... В смысле? Ой, блин, да хорош! На тебе вяленого мяса и успокойся. Нам здесь нужно найти историю... Солями? Историю остальных ребят. Вот мы нашли Кахару. Вот у нас Энке. Да-да-да-да-да, жизнь больше не приносит никакого удовольствия, никакого совершенства, уже достиг предела, который может выдержать это бренное никчемное тело. Нет ни лучика надежды. Наше предназначение — гнить под холодным солнцем, которое боги возвысили над нами. Что это? Это не я пробил. Видение! Теперь я вижу, понимаю. Ну и принимаю, соответственно. Отпустите меня быстрее. Ну и все, чувак свалил в закат. Я нашел два томата, чему я тоже могу порадоваться. Находишь чернику. Черника — офигенная вещь, только... Так, насчет голубого флакона, ребят. У меня очень большие сомнения, что у меня нету моих голубых флаконов. Потому что, смотрите, есть синий флакон. Видите, голубые флаконы превращаются в синие, хотя на самом деле голубой более действенный и более мощный. Но в этот раз... Так, ну туда мне не надо. В этот раз почему-то голубые флаконы и синие для меня одно и то же. Я так понимаю, что это не баг, что это
что-то связано или с моим персонажем, или с его неумением различать как-то что-то где-то, возможно. Напишите, кто что знает, почему у меня в этот раз нет разницы между голубыми и синими флаконами. Так. С тобой я могу поговорить? С тобой. Ну, тебе там фигово все дела. Белый флакон. Белый флакон — это хорошо. Кусок ткани и палку, то есть сразу нам под факел подгоняют. Взрывной флакон, что замечательно. Чернику. Я свалю отсюда, пока он не пройдет. Потому что... Опять же, одна... Когда вы так успеваете голодать? Что с вами не то? Это как... Это вот это пространство, которое пожирает какую-то энергию очень сильно, очень много, очень как-то... Сколько у меня зеленой травы? Если одна, то... А, две. Ну, хотя бы две. Три серебряные монеты. Три серебряные монеты. Порвать на куски. Все, идем дальше к Рангвальду. Тут вроде светло. Мне кажется, или тут нет истории рыцаря? Или я что-то пропустил? Так, рыцари, кто? Никто пришел. Рыцари полуночного этого, да-да-да, вот на деревню Рангвальда нападают, всех убивают, и он такой бежит следом отобрать куб, который у него, собственно, Легард истырил. Знаете, в чем прикол? Что Рангвальд пришел в подземелье убить Легарда, но когда он нас находит и видит в нашей тиме Легарда, это никак не сказывается. Так, нужно идти по крови, да? Причем в этот раз даже... А, вот теперь слышно собак. То ли я... А, я слишком быстро пришел, потому что у меня ходьба быстрая. Этого просто не может быть. Да-да-да, непростительно. Непростительно! Заплесневелый бред находим. Капкан. Бутылочку Эля. Ну, пойдемте с бабкой пободаемся, я не знаю. Так, умение. Быстрая атака, само собой. Умение. Подсечка. Она ему 20 психики будет стоить. Предмет, погодите, а что у меня по хпшкам? У меня есть два красных флакона, я могу, кстати, ее ослепить. Метательный дротик. Предмет. Синий флакон на себя примени, пожалуйста. Так, а ты у нас умение... Трюк пироманта. Посмотрим, что это такое. Ты себе скорость. 207, подлечились. Ну да, все, эта штука разложилась. Пытаемся отрубить все руки. Кстати, ребят, я вот что заметил. Умение быстрой атаки, оно срабатывает также и на волчицу. Так, и у тебя умение сферы тьмы на вот эту руку, пожалуйста. Есть. Блин. Да ну хорош! Ну, она сдохнет сейчас, если я ее не подлечу.
Так, погодите, предмет, кусок ткани, чтобы она больше не теряла. Умения, сферы тьмы больше не могу. Вот, давайте трюк пироманта еще раз. Да, видите, ему нужно повышать психику, потому что иначе он не использует свои умения. Какой нафиг промах, ты о чем? Ну и теперь просто мочим ее. Все. Хорошо. Высокогорье. Опять та же картина. Кстати, очень приятно было в новой демке от другой игры видеть вот эту картину. Деревья. Древние текста всего лишь детская игра слов. Конечно же, не... это, конечно же, не значит, что я могу использовать их в своих же интересах. Но это все мы, конечно же, уже читали. Поэтому, ребят, извиняйте, не буду заострять свое внимание. В текстах же говорится, что тот, кто объединит все враждующие страны не силой золотого посоха, а силой. На-на-на-на-на-на, все короли. Хорошо. Покажите мне богиню, пожалуйста. Богиню в студию. Таким образом, мы получаем... Минуточка, а если оно... у меня же девочки в команде нету. Я уверен, сказала она. Та-та-та. Все же какая... Да, вот же история рыцаря. Я говорил, что там нет истории рыцаря. Это я тупанул, конечно же. Вот же она, история рыцаря. То есть там мы видим Кахару, Энки и Рангвальда. А здесь вот мы видим историю рыцаря. Все, тогда складывается. Все четыре персонажа. Что-то такая очевидная вещь почему-то ускользнула от моего внимания. У нас нету с собой девочки. Как нам дадут задание на похищение души девочки, когда у нас нет девочки? Я должен достичь больших высот, это единственный путь. Я тебя поздравляю. Вот. Новый бокс с обнаженной грудью возникает перед тобой. О, новая, я должна просить тебя об услуге. Наше время пришло. Эта форма существования не тот ответ, которого мы искали. Дабы человечество стало свободным, нам необходимо нечто большее. Нам нужно нечто сопоставимое с ними в размерах и статусе. Нильван массирует свой слегка набухший живот. Пожалуйста, молю тебя, уведи мое дитя отсюда, отведи ее к сердцу тьмы. Я с радостью отдам тебе свою душу, если ты согласишься исполнить просьбу по рукам. Спасибо тебе. Бесконечная душа. Все. Одну душу мы получили. Ты просыпаешься. Теперь, что мне делать? Ладно. По идее, я сейчас мог бы убить волчицу. И вместо нее взять Энки или бандита. Волчица не самый хороший спутник, но у нее есть парочка бонусов. Во-первых, она вешает кровотечение. Во-вторых, на нее действует бонус быстрой атаки, который активирует, собственно, наш рыцарь. И в-третьих, мне просто жаль ее убивать. Мне, в принципе, всех жаль убивать, и на самом деле нарочно, кто бы что там ни думал, нарочно я никого не убиваю, и того же самого Кахару тоже. Я могу сейчас просто ее не лечить, и она умрет, и у меня освободится место, я могу пойти взять одного из двух, собственно, новых товарищей. Но я, пожалуй, оставлю... ее. Так, флакон с водой, белый флакон... Синий флакон. Ну, давай мы тебя подлечим. Также я себя, наверное, подлечу. И мы можем сохраниться. Да, теперь это место у нас является обычной базой для сохранения, потому что пройдено. Проблема с зеленой травой.
Она до сих пор актуальна. Она осталась. Все нормально, все хорошо. Теперь, сколько у нас вина? А сколько... Так, табака 2. Стрелы, метательные ножи. Ой, у меня дротиков 6 штук. Это очень круто. Я в прошлый раз их профукал, не понимая, насколько это хорошая вещь. Теперь я это, конечно же, ценю. Серебряный монет 44, что тоже неплохо. Красные флаконы тоже нужно очень сильно ценить. Стеклянный флакон. То есть у меня 15 пустых флаконов. О-о-о-о! Вот это мы развернемся. Опиум у меня один, табака 2. Поэтому курить сейчас, наверное, не самое разумное, что можно сделать. Там нашему магу немножечко разума, чтобы он мог хотя бы магией фигачиться. Потому что с магией он, конечно, силен, но без магии это просто голова на палочке. Тут можно что-то найти в это время? Ничего не осталось. В каком времени я хочу... А, сюда я пришел по темному, значит, обратно пойдем по светлому. Ну что ж. Город пропах гнилью. Холодные солнечные лучи обжигают кожу. Спасибо за перевод. Еще меня интересует, как вон в туду попасть. А туда, туда как-то можно попасть. Ладно, я потом, может быть, посмотрю, что я упускаю. Ведь я же по-любому что-то упускаю. Вон вот эти сундучки. Я же их ни разу не открывал. Ой, там вот это говно ползает. Может его сразу убить? А может... Ну, в принципе, пока он мне не мешает. Пусть пока что живет. Так, нам... О, это я помню. Это мне не надо, спасибо. До свидания. В любом случае, мы сохранились относительно недавно и недалеко. 12 серебряных. Отлично, деньги мне... Бутылка виски. Вот, вообще крутяк. Решка. Спасибище. Свиток мечника. О, да! Предмет, погоди. А может тебе меч? Миазма, он считается мечом или нет? Ну, по идее, да. По идее, да. Свиток мечника. Узнать секреты контртехник. Потому что я не знаю, с чем я буду ходить. Если я найду... Ну, опять же, если у меня хватит рук, я открою себе копье с силой там 40 мужей, то я, наверное, с копьем бы походил. А ты у нас и так с миазмой. Давай тебе. Так. До свидания. Это мы сейчас к магазину подходим, да? Метательный дротик. Синий флакон. Вот хорошо. 5 огнив. Фиг ли ты слабеешь от голода, дружище? Нам нужно зелье, вот это вот все сознание, или как оно там называется. Так, капкан. Табак. Ваше дело табак, дружище. Так, во-первых, я открою сундук. Давай, орел, пожалуйста. Сейчас. Кусочек сырого мяса. Железную стрелу. Надо научиться пользоваться стрелами. Я, наверное, вот эту серию запишу. Это у нас будет такое на эти выходные. Синие травы, спасибо. И потом как-то похожу, поучусь, как пользоваться этим. Так, которого называют магом, я не могу... как ты тогда можешь назвать себя магом? Я, правда, магический артефакт, несмотря на то, что для меня они бесценны. У тебя есть 56 серебряных. Да, мне нужен... эликсир разума, пожалуйста. Подвеска, поглощающая души, блин, красиво выглядит. Но мне нужен эликсир разума. Наверное, эликсир тела как полную хилку возьму. И, наверное, эликсир разума еще, который для меня. Вы сейчас поймете, что я хочу сделать. Я уверен.
Вы же знаете, что это как раз то самое место, в котором у нас обитает рыцарь. Я подозреваю, что это тот самый рыцарь, которого нам нужно привести в сознание. Поэтому я сейчас выйду, проверну куб, и мы с вами попробуем с этим другальком как-то поговорить. Попробую его... Ах ты ж! Я запаниковать, мне быть страшно. В будущем-то этого нету, говна. Поэтому... Так, а если я тут сейчас поищу? Серьезно, можно? Спасибо. Ничего интересного. Вот что-что, а со свиточками мне, конечно, вот в этот раз не особо-то и прет, кстати. Что там? Там Вельзевул, серьезно? Нет! Фух. Я случайно тыкнул ей ненарочно вообще. Так. Так, Легард. Ты с миазмой. Наверное, давай ты вот эту сделаешь. А ты со сферой тьмы на эту же руку. Промах, молодец. Все, отлично. Ты промазал, дружище. Нет! Фу, убери свое говно от меня. И еще раз сфера тьмы. Давай по вот этому, потуше. Да, ты остался без ног, отлично. 207. 500. Да идешь ты нафиг. Вот эти вот удары после смерти, ну это же вообще же уже же камень душ, да. Камень душ не реагирует на останки существа? Нет. Обыскать. Оранжевый флакон. Ну-ка. Да, камень душ не реагирует. Я, честно говоря, подзабыл, что здесь Вельзевулы. Я такой, вот тут не будет куклы, хорошо. На тебе, дружище. Так. Эль, не Эль. Чек. Эли у меня, кстати, много. На. Буду тебя спаивать. Будет у тебя хороший, сильный дух. Все будет нормально и хорошо. Так. Здесь ничего не осталось. Потому что я когда-то сотни лет назад это забрал. Хорошо. Рыцарь. Вроде это он. Так, глаза мрачного рыцаря внимательно наблюдают за тобой. Но сам он не реагирует. Приветствую. Нет ответа. Чувствую, что рыцарь уже давно потерял свой разум. Так. Приветствую. А как мне... Бутылочкой-то его тогда угостить в бою, что ли? Ничего не осталось. Чертов паук! Чувак, растворись просто. Исчезни навсегда, молекулярно. Так. 53. Ну-ка, заплесневелый бред. Держи. И вяленое мясо. Держи. Да, давай. Сейчас он на меня нападет, да? После вот этого. Решка. Не спрашивайте. Спасибо. It's empty. Все, все гениальное просто. Железную стрелу. Железно. Нар...
разведка города расположена в скрытой лаборатории отсюда на юг. Там я наконец верну себе тело. Откуда ты знаешь об этом месте? Очень просто, я когда-то был новым богом. Но я презираю тех жалких червяков, с которыми приходится делить трон, так что я решил найти себе другое место. И как нашел... Так, несмотря на то, что ты мой так называемый ученик, я не намерен тебя ничему учить. Учись на том, что я делаю, а не говорю. Так, это интересно, вот этого раньше не было. Дружище, нам бы... А, вот теперь он на нас напал. А, умение поговорить. Защищаться, защищаться. Промах. Блин, ты пытаешься поговорить? Использовать эликсир разума, да! Кинув его в мрак... Кинув эликсиром просто! Мрачный рыцарь замедляется, выпускает оружие. Не бей его! Не бей его! Блин, ноги подкусывал уже. Ты пытаешься поговорить с мрачным рыцарем? Нам не нужно сражаться. Что? Почему? Почему мы вообще сражаемся? Извини, чувак, мы тебе ноги откусили, но... Теперь я вспомнил, мое имя Серил. Ты нам только что чуть все не пересерил, чувак! Ай, ладно. Что я наделал? Ты в порядке? Я чувствую, как разум возвращается ко мне. Прими мои извинения, я напал на тебя. Моя решимость была слишком слабой. Безумие овладело моим разумом. Почему ты здесь? У меня здесь было задание, но я зашел слишком глубоко. Прости, мне нужно собраться с мыслями. Не, погоди. Я встретил Жанну Бакмана и Сира Сеймура. Ты вправду их знаешь? Где они? Ты вправду знаешь, где они? Они все еще живы? Где они? В подвале? Конечно же, это наше место встречи. А теперь, прошу меня извинить, мне нужно как можно скорее идти туда. Наша миссия обречена. Ха, я его спас. Уж не знаю, что мне с того. Факел, наверное. А это случайно... О, это тоже еще один вельзевульчик. Сейчас, погодите. Это вельзевульчик с цветочком. Погоди. А готов ли я с тобой драться? Предмет. Сделаем вот так. Синий флакон. Но почему с Элем так можно, а с синим флаконом так нельзя? Хорошо. Там грибы. Ой, синяя трава. Синюю траву я хочу. Сейчас мы затопчем этого урода. Грибы? Ну, грибы, ладно, я потом возьму. Это не настолько существенно. Главное, траву пособирать. Трава это важно, потому что хотя бы по десяточке хилки она будет давать. Нам бы в библиотеку тогда, наверное. Что вы думаете, а? В библиотеку? Библиотека совсем недалеко. Можно затоптать вот этого вельзевула. Можно его вообще не трогать. Сейчас я все эти грибы пособираю. Надо себе освободить бесплатную хилку. Вот, ой, не бесплатную хилку, бесплатный сейф здесь. Факел, чему я бесконечно рад. Червивый сок. Это же наше место бесконечной хилки, да? Ой, хилки. Че я несу? Хилка, хилка. Сейва. Сейчас я трогаю. Блин, травы просто тонна уже. Я ни в коем случае не против. На что пожарить? Хоть какая-то жрачка появилась.
Я просто все те овощи, муку и всякое такое, я это берегу на тот случай, если мне придется готовить. Так, мне нужно убедиться, что здесь безопасно. Сейчас схожу, посмотрю, что там у нас. Слабеет тварь от голода. Прикинь. На тебе солями в рот, подавись. Так. Чувствует себя менее голодным. А! Твою за ногу, как ты меня напугал! Блин, ты... я ж тобой не хотел драться-то в прошлый раз. Ты погляди, какой уродец. Ты сама доброта, я смотрю, да? Быстрая атака. Да. Умение. Усилит внимание для... Усилит внимание для... Да, давай. Это то, что я выучил, да, свиток? Я понял. Умение... Так, трюк пироманта, глубокие раны. Сконцентрировать сознание для создания разрушительного вихря. Незамысловатый пироматический фокус, позволяющий обжечь противника. Концентрировать глубокая негативная энергия, которая... Отфигачь ему руку, пожалуйста. Я не с тобой говорил и не про ту руку, но я доволен. Хорошо. Ай. Это выглядело даже больно. Умение сферы тьмы. Давай, гасим его. Да ну бей голову, чё ты этого-то... Блин, вот тварина. А, на него можно камень душ использовать. Я, кстати, так и не проклял ни одно свое оружие до сих пор. Я молодец. Надо когда-то вернуться это сделать. Но как бы, да... взять копье. Боевая коса. Погодите. Длинный меч. Да не, ну, требуется две руки, еще и урон меньше. Я понимаю, там ножницы взять. Кстати, ножницы взять. Ладно, посмотрим. Я пока не промахиваюсь, и на том спасибо. Надо открыть чертову решетку. Пять огнив. Палка, копалка. Орел. Спасибо. У, удача. Мое второе имя. Все, есть. Открыли себе и шорткатец, и сделали себе безопасную зону, насколько я понимаю, где можно сейвиться хоть до задницы, и никто тебе ничего не сделает. Даже монетку кидать не придется, и даже костерочек есть. Блин, может, с того дракона можно мясо было... О, как я труп-то не заметил. Прикиньте, провтыкал. Ну что ж. У нас... мы в Махабре, у нас фулл пати, мы в безопасности, что немаловажно. Видите, монетка не нужна. Я думал, что этот чувак будет как-то серьезней. Вот, и у нас как бы все вроде более-менее неплохо идет. Надо бы, наверное, вернуться и где-то проклянуть оружие. Или найти где-то здесь комнату, где можно проклянуть оружие, ну, сделать его сильнее, я уж не знаю. Или просто сходить. У меня нету четырех рук. Я не убивал много народу, и у меня нету четырех рук, которые я мог бы положить на пьедестал. У меня вообще, в принципе, рук нету. В одной из неудачных попыток было такое, что я с кем-то подрался, и мне дали аж целых три руки. Уж не знаю, две скелетных и одну простую. Кого я так убивал, я уж не помню. Ну хорошо, ладно, ребят, все. На этом серию будем заканчивать. Пока что продвигаемся неплохо. Объясните мне, пожалуйста, в комментах, почему у меня голубые флаконы и синие флаконы считаются за одно и то же? Во-первых. Во-вторых... Ну вот эти новые персонажи, ну я в первый раз про них вижу, и то, что мы рыцаря спасли темного, и то, что мы до этого девушку рыцаря спасли. Почему? Это, наверное, связано как-то со временем, потому что я пришел сюда быстрее или раньше, или как это все работает. Тоже, кто знает, расскажите, пожалуйста, интересно было бы.
слегка голоден, но меня это не волнует, потому что мы все равно потом будем загружаться с этого момента. Кто знает какие-то интересные трюки с головой и что делать, что не делать, тоже можете поделиться. Все, ребятушки, на этом все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем лодочек. Всем покеда.